Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин, моя собеседница Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфортна». Добрый день, Татьяна. Добрый день. Лето – это активное время для деятельности управляющих компаний, вопросов у собственников возникает много, нужно успеть многое сделать, это и утеплить дома, это и благоустроить места общего пользования, чем занимались на протяжении последнего времени. Поделитесь, пожалуйста. Естественно, мы занимались ремонтом кровель, но труда 80 у нас были полностью загерметизированы стыки на парапетах, выполнен частичный ремонт кровли, ремонт козырька 5-го этажа квартиры. На Волково 2 мы произвели ремонт межпанельных швов 143 погонных метра, как у нас было и запланировано по заявкам собственников. На Маршала Конева 13/2 тоже произведен ремонт межпанельных швов, и там 45 погонных метров. Сейчас в данный момент начинаются работы по герметизации межпанельных швов на Конева 13. От предыдущей управляющей компании нам достался бонусом в размере 72 заявок от собственников по межпанельным швам. Дому более 30 лет, соответственно, капитальный ремонт фасадов не производился длительное время, проблемы сами по себе существуют. На Конева 13, также как только дом к нам перешел, в мае месяце был произведен ремонт кровли над нежилыми помещениями, был частично отремонтирован фасад, последствия после пожара. В этом году мы промывали полностью мусорокамеры на Конева 13 и на Волкова 2, у нас там действует мусоропроводы. На Карла Маркса 68 мы отремонтировали один подъезд за счет денежных средств, истребованных из предыдущей управляющей компании, и денежных средств, собранных собственниками по статье «Текущий ремонт». На труда 80, кроме того, что мы отремонтировали кровлю, мы сейчас активно готовимся к участию в проекте ППМИ на 24-й год. То есть проявили активность, да, собственники? Да, собственники проявили активность, мы им в этом всячески помогаем, то есть визуализация проекта у нас разработано достаточно. Мы очень хотели бы, чтобы мы все-таки попали. И территория, да? Да, дворовая территория. На следующий год у нас данный дом еще и попадает по капитальному ремонту полностью. Кровля, фасад, фундамент, подвал. А еще и также в летний период нам необходимо провести работы по замене аварийных радиаторов, если такие существуют. У нас также собраны заявки собственников. И до начала отопительного периода, как раз вот сейчас, август-сентябрь, мы будем полностью производить замену радиаторов аварийных по заявкам собственников. Время нашей программы, конечно же, ограничено. Более подробную информацию можно получить непосредственно, обратившись в управляющую компанию «Территория комфорта». Напомним, как это сделать. Обратиться к нам вы можете по адресу труда 80А, помещение 1002, через сайт управляющей компании, в группе ВКонтакте, также по адресу электронной почты uktk43@mail.ru или позвонив по телефону 43-72-72. Благодарю Татьяну Пушкареву, руководителя управляющей компании «Территория комфорта». Полезный город.